господарю, добробыту у хату. Новогодние торжества в народной культуре Беларуси широко отмечались вплоть до православного праздника Крещения. Показать, как это было в старину, а также угостить ребят традиционными лакомствами, решили работники областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которые решили закрепить за собой проведение таких необычных утренников. Мы хотели, чтобы это свято проходило на белорусской мове. Хотели, чтобы детки, да и их батьки познакомились, а может, некто и вспомнил бы те гульни, которые лічатся белорусскими гульнями, которые, на жаль, забываются. Конечно, за усюди усі депутатский корпус и, конечно, представники улады. За усюди мы рады долучаться до подобных мероприятий, как подтримливать деток, а тому ж детей с особливостями развития, дарить им добрые настрои святочные и, ну, оказывать усилякую материальную и духовную подтримку с подобным мероприятием. Несмотря на то, что многие обряды для ребят в новинку, они с удовольствием включались в действие. Ведь, несмотря на имеющиеся недуги, они все-таки дети, и их живой неподдельный интерес ко всему неизведанному оправдан. А добрые, открытые взрослые поддерживали их начинание. Такие мероприятия проводятся и у нас в области, и в городе Бресте, да и в стране в целом. И, ну, скажем так, цель участия в этих мероприятиях не для того, чтобы, ну, каким-то образом тут презентовать нас, себя, да. А цель мероприятия все-таки лишний раз где-то оказать внимание деткам, их родителям, особенно в праздничные дни, с наступлением Нового года, да, пожелать им, в первую очередь, сегодня, что очень актуально, крепкого здоровья. Вот, и оказать, ну, возможное внимание, потому что особенно тем категориям деток, которые по тем или иным причинам, ну, имеют особенности в своем развитии. Формат проведения культурного праздника сотрудникам областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации понравился. Они уверены, что такое торжество для детей и родителей станет хорошей совместной традицией. Ведь такие мероприятия еще больше объединяют и сплачивают. А почетные гости заверили, что придут обязательно еще не раз с подарками и теплыми пожеланиями.